Луч солнца снова пробудил во мне утро. За тучи спрятался и там исчез совсем. И сразу стало мне немножечко грустно. Тепла в душе нам не хватает и сотни проблем. Сними чужие наряды и ждать не надо, пока удача прилетит к тебе. Все возможно в твоей судьбе. Давай научимся летать высоко, о-о, далеко, о-о. Чтоб не достать, давай научимся мечтать. Будь смелее, эй, веселее, эй. Да-да, давай научимся. Свои тревоги отпусти, пусть растают, и земли вновь сойдутся в материк любви. А зависть чья-то позади вдруг останется, и солнце выйдет из-за тучи, лишь позови. И небо пусть будет синим, чистым и мирным, в ладоши зайчик солнечный слаби. Лишь навстречу мечте беги. Давай научимся летать высоко, о-о, далеко. Пусть будет синим, чистым и мирным, ладоши зайчик солнечный слаби. Лишь навстречу мечте беги. Давай научимся летать высоко, о-о, далеко, о-о. Чтоб не достать, давай научимся мечтать. Будь смелее, эй, веселее, эй. Да-да, давай научимся летать высоко. Добрый вечер, Гомель. Этим эфиром мы продолжаем цикл телевизионных программ, посвященных 80-летию Гомельской области. И сегодня в центре внимания Чичерский район. Чичерский район расположен в восточной части Беларуси и северо-восточной части Гомельской области, в 65 километрах от Гомеля. Чичерский район – это 94 сельских населенных пункта, 7 сельских исполнительных комитетов и город Чичерск. Летописный Чичерск – один из древнейших городов нашей страны. Впервые он упоминается в Ипатьевской летописи 1159 годом. О том, что Чичерск имел магдебургское право, косвенно свидетельствует ратуша. Это не единственный объект архитектурного ансамбля, сохранившийся с XVIII века. Чичерск посещали величайшие особы – Екатерина II, Николай I, Александр II. Здесь останавливались Александр Сергеевич Пушкин и Гаврила Романович Державин. Сегодня чичеряне гордятся историей своей малой родины, сохраняют добрые традиции района и приумножают его достоинства. Дорогие друзья, я рада представить вам гостей сегодняшней студии. Знакомьтесь, пожалуйста, Юлия Басаргина, заместитель председателя Чичерского районного исполнительного комитета, Иван Ткачук, директор Чичерского историко-этнографического музея. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Больше всего о Чичерском районе знают его жители. Что они обычно рассказывают людям, которые впервые приехали в Чичерск, в Чичерский район?
Конечно, прежде всего они рассказывают о нашей уникальной истории. Историки утверждают, что именно с территории Чичерского района пошло все население Беларуси. У нас есть уникальная бердышская стоянка, старше нас только Юрович и Калинковичского района. Она датируется, ей около 26 тысяч лет. Поэтому... Но мы имеем такую очень серьезную особенность. Вообще у нас очень много исторических объектов. Ну и, конечно, особо почитается такая историческая персона, как Захарий Чернышов. В свое время Екатерина II пожаловала в 18 веке ему чичерские земли. И именно Захарий привел в рассвет Чичерский район. Ну а сегодня современные чичерские жители пытаются соответствовать Захарию, пытаются сохранить лоск этого города, уникальность этого города, благоустраивают его и приумножают его богатство с особой любовью. Юлия Сергеевна, сколько лет вы живете и работаете в Чичерском районе? И вот как за этот период изменилась Чичерская земля? Сам город, район? Я приехала в город Чичерск молодым специалистом, закончив в 2001 году Гомельский государственный университет, приехала работать в школу. Это было очень непростое время. Тогда, конечно, Чичерск не был настолько красивым, настолько с развитой инфраструктурой. И очень приятно, что сегодня можно с гордостью сказать, что это абсолютно современный, абсолютно благоустроенный, такой уютный городок Гомельской области, куда я с удовольствием приглашаю всех гостей. И я уверена, что кто бы сюда ни приехал, тот уедет из этого городка и района под таким впечатлением, что будет приезжать сюда вновь и вновь не раз. И особое впечатление оставляют жители нашего района. Чичерская земля вообще очень богата на талантливых людей. Мы взрастили ни одного министра. Ну и, конечно, теми людьми, которые сегодня на территории нашего района своим трудом, ежедневным, кропотливым трудом приумножают нашу чичерщину. И сегодня у нас в гостях вышивальщица Светлана Латутина. Я иду к вам, Светлана. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот перед нами такая красота, ниточки, материалы. Это для чего? Это мы в преддверии Масленицы, так как в масленичную неделю женщины делали оберег. Сейчас очень так интересуются этими оберегами, и вот мы решили здесь вам показать этот оберег Масленицу. Этот оберег Масленица, вот раньше в старину он делался вот такой, из льняных ниточек и украшался именно льном. Вот такая куколка настоящая, это в платочке, в юбочке. Да, да, да. И солнышко держит в руках. И солнышко, солнышко обязательно. Как же Масленица? Мы же провожаем зиму и встречаем весну красну. Этот оберег хранился целый год. Значит, этот оберег был, защищал усадьбу, дом и семью от злых духов. Также, так как нашей Масленице подняты ручки кверху к солнышку, то есть это ожидалось добро, добро, которое принесет весна. Первое, то, что мы должны эту куколку делать с хорошим настроением. Так, у нас хорошее настроение. И только с хорошими помыслами, потому что она будет нас оберегать целый год. А там определенный день, время. Это масленичная неделя. Мы приступим. Что нам для этого нужно? Обычный размер это 20-25 сантиметров. Значит, вот мы берем где-то наши ниточки. Ниточки могут быть разные. Это могут вязальные, это могут быть простые. Берем ниточки, держим. Так. Это будет у нас туловище, вот это будет у нас волосы. Значит, мы должны здесь привязать косичку. Провязываем косичку. Вы держите, да, я провяжу держу, косичку. Да, так. Вы провязываете косичку. Обязательно должна быть красная нить. Нить красная всегда считалась оберегом. Так. И защитником. Поэтому то есть мы завязываем красную ниточку на косичку. Да, на косичку. Это бантик такой, да, будет, да, у да, нас. Да, да. Вот мы поправили нашу косичку. Сейчас нам нужно взять 40 сантиметров одна нить, на 10-12 меньше, это ручки. Нам нужно их тоже связать. Но здесь есть такой секретик. Мы должны все остальное связать одной нитью. Значит, держите. Мы завязываем, делим. Это ручки, делим тоже на косички и плетем то же самое косичку. И пусть красная ниточка вплетается. Обязательно мы вплетаем, потому что здесь вот соблюдем вот этот ритуал старинный, который одной нитью мы должны сделать полностью всю куколку. Ручки получились. Ручки у нас получились. Мы подставляем, делаем головку. Ручки так. Посередине и головку. Делаем три оборота. Раз,
два, три. Затем вот наши ручки. Ручки мы поднимаем кверху. И снова делаем три оборота. Да. Вот получилась такая вот куколка. Вот такая получилась у нас куколка. Ну, а солнышко – это уже дело техники, да? Вот у нас такая куколка. И мы берем, делаем солнышко. Можно его связать. Можно даже взять из бумаги, вырезать желтенькое, если и закрепить. Не... И мы его закрепляем. Между ручками. Да. Вот получается такая красавица, такой оберег. Только обязательно с хорошими пожеланиями и с хорошими мыслями. И она всегда будет помогать и оберегать дом. Прекрасно. Светлана, ну вы этим делом займетесь, но я хочу спросить, это ваша профессия или хобби? Два в одном. Это как бы и работа, и хобби. Светлана, но ведь это же не единственное хобби, которое у вас есть. Вот, вот это вот все ваши прекрасные работы, вышивка гладью. Да, но я хочу сказать, что это все благодаря моим предкам, которым мы вот здесь представляем. Здесь, значит, представлено четыре... Вот на этой стойке, да? Да, на этой стоечке, значит, четыре поколения. Прабабушка. Красные рушники. Да, которым более 100 лет, этим рушникам. Так. Бабушка, которым больше 60-70 лет, этим рушникам. Мама. Ну и, естественно, я. Не только я такая одна, там у нас чечерская земля очень богата мастерами. В любом населенном пункте, куда бы вы ни приехали, куда бы вы ни обратились, везде вам укажут, где какая мастерица, что может, можете обратиться и научат обязательно. Замечательно. Скажите, где вы уже представляли свои работы и кого вы уже научили? Научили очень много. Научили много, потому что так как я работаю в Центре ремесел, фольклора и этнографии, мастером, методистом по вышивке, к нам приходят детки на кружках, занимаются, и мы передаем свой опыт. Также мы посещали фестивали. Это «Весновый букет». Мы трижды там были. Это «Славянский базар» в Витебске. Это очень почетно и интересно, да. Конечно. Это дожинки. Это наша вышиванка, там, где мы всегда принимаем участие на Дни независимости Республики Беларусь. Светлана, я желаю еще вам впереди много выставок и фестивалей. Спасибо. Обеспечьте, пожалуйста, всю студию сегодня вот этими маленькими куклами обережными. У вас работает целый час. Хорошо, спасибо. Всего доброго. Хорошо. У Чечерского района богатая история. Вот Юлия Сергеевна уже отметила, что 26 тысяч, или, может, историки там... 24 тысячи. Ну, кто-то... Разные мнения по этому поводу. Бердышская стоянка. Это действительно, вот белорусы пошли с Чечерской земли. Ну уж, хорошие земли. Историки. Да, хорошие земли. Тут посожжа, как кажется. Вы знаете, немножко удивительным является тот факт, что территория Беларуси тех времен, она в большей степени была засушливая. И в большей степени занимали степи ее. Но вот наш регион как раз оказался по таким, наверное, водным оазисом. И поэтому было больше растительности. Сюда шли звери, потому что, понятно, вопросы пропитания. Ну, а тогдашний человек, он тоже искал свое жилище. И как раз пищу они в большей степени употребляли мясо животных. Да. Животные были, вода была. Что еще нужно? А шкуры и кости как раз они использовали для своего жилища. А вот, кстати, если говорить о Бердышской стоянке, там что-то есть на месте этой Бердышской стоянки? Конечно, есть. Раскопки были начаты в 1926 году, известным нашим археологом Константином Поликарповичем. Раскопки велись вплоть до 80-х годов. Конечно, Чернобыльская беда сделала свое дело, потому что территория стала загрязненной радионуклидами. Вот. Но объект законсервированный, он имеет до сих пор, так сказать, интерес к себе. Установлены охранные зоны, охранные доски. Ведется с нашей стороны постоянный мониторинг на предмет его сохранности. Спасибо. Но вот если вспоминать, Иван, более позднее событие, то нельзя не упомянуть имя Захария Чернышова. Нет, конечно. Это 1772 год, когда Екатерина II подарила эти земли первому, кстати, белорусскому генерал-губернатору, так? Так, да. Так.
фельдмаршал. Конечно, с начала правления чечерским графом Чернышевым особое внимание было уделено его новым застройкам, как самого города, так и его окрестностей. Очень много им внимания уделялось развитию производства и торговли. Стержнем производства на тот момент стала организация стекольной мануфактуры. Многие предметы выставлялись на выставках тогдашней Европы. В Лондоне наше чечерское белое бемское стекло было удостоено главного приза. Сегодня достоверно известно, что значительная часть стекла была отправлена в Санкт-Петербург для остекления Зимнего дворца. Иван, вот есть сведения, что Захарий Чернышев пытался создать идеальный город. Есть такие сведения, действительно, да? Так. Стержнем архитектурного строительства всем известно стала ратуша. От ратуши во все четыре стороны уходили прямые дороги. Те прямые дороги делились еще на прямые дороги. Таким образом, застройки имели как бы квадратную структуру. Всем известно, что Елисейские поляне тоже место. Да, вот маленьким Парижем иногда называют Чечерск. Оказывается, что не просто так. Всемирно известный пример подъезда к Версальской площади, да, полностью, практически полностью повторен в Чечерске. Я попрошу нашего режиссера вывести графическую картинку, вот как все происходило. До сих пор, когда люди впервые попадают в Чечерск, очень часто слышишь такое высказывание, насколько у вас широкие и правильно геометрически выполненные улицы. Людям это очень бросается в глаза. Бросается. Главное, что сохранено это все. Я еще раз повторюсь, стержнем строительства архитектурного была ратуша. По углам ратуши были выстроены 4 храма. 3 из них православных, 1 католический. Но сохранился один. Это Спасо-Преображенская церковь. И как бы интересным фактом является, что вот эти 3 храма, кроме католического, они делились как бы по значимости для богатых, менее богатых и бедных. Так вот тот храм, который предназначался для бедного сословия, для бедного населения, он сохранился по сегодняшний день. Выполнены в стиле ротондо, то есть круга, когда стены не имели углов. Вот. И очень даже приятно, что жители города Чечерска, и особенно наши работники, они всегда нашу церковь Спасо-Преображенскую называют ротондочкой, маленькой ротондочкой. Хотя это самая большая ротонда в городе, в Республике Беларусь. Вот. Здорово. Сменяют друг друга годы и поколения, но человек умеет останавливать время. Один из уникальных фактов в сохранении истории – клуб по интересам «Графский театр» в Чечерске. И я приглашаю в студию режиссера любительского объединения Ольгу Ивановну Игнатенко и актера труппы Виктора Опарина. Добрый вечер! Боже, какие костюмы! Как приятно видеть! Почему именно «Графский театр», Ольга? Ну, как было уже выше сказано, мы не могли отступить от этой традиции, от этой памяти. Это очень важно. Захарий Чернышев, у него была уникальная, ну, тогда, на то время, крепостной театр. Мы обязаны были это, ну, пусть не возродить, но чтоб не забылось, чтобы была история, так скажем, на слуху, на виду даже. И знаете что, мы как-то не думали, что у нас что-то получится, пробовали. Ну, а люди тут тоже уникальные, не менее уникальные люди. То есть это профессиональные актеры? Ну, вот спасибо за этот вопрос. Нет, ни одного профессионального актера, конечно, у нас нету. То есть вы хотите сказать, что Виктор Опарин не заканчивал Института культуры? Актерского факультета. Да. Больше того, если вы узнаете профессию Виктора Опарина, вы очень сильно удивитесь. Он строитель. Ну а почему строитель не может быть актером? Дальше. Настолько мы разные в своих профессиях, в своих занятиях, в своих родах, ну, увлечениях деятельности. И деятельности. И даже вот такие режимные наши разные. Но это нам не мешает, это немножко ниже скажу. У нас медицинские работники, чиновники. Наверняка педагоги. Педагоги. Главный бухгалтер. Ну и вот ваша покорная слуга тоже, я не считаю, я очень не люблю этого вот громкого слова режиссер, но как бы пробуем. Пробуем себя в этом деле. Ольга, скажите, а вот что служит актерам в роли подмостков?
Сцена это? Сцена это, в первую очередь, это ратуша. Это, как я называю, я, наверное, дышу там по-другому, живу по-другому. И также мои актеры. Это наш храм. Вот, спасибо. Мы приходим и не можем надышаться. Начинаются у нас репетиции. И все, забывается, мы в храме. И вот это вот на втором этаже, если вы у нас были... Ну, конечно, были, была. Конечно. И один раз. Вот на втором этаже действие происходит. Вот так вот зритель... Без подмостков, так называемых. Да-да. И мы лицом к лицу. И это используем все. Лестницу используем, используем ширмочку какую-то, колоночку какую-то. И это очень прекрасно. Ощущается атмосфера 18-19 век, вот именно в ратуше, вот в той комнатке, где чаще всего действо и происходит. Ну, конечно. Мы настолько вживаемся в эти роли, нам настолько вот кажется, что действительно, что обстановка... Именно, что это вот реальность. Меняемся даже, меняемся внутренне. Меняется поведение, все, да? Меняется, образ жизни, да, на, да, время. Да. Хорошо, Виктор, а где берете костюмы? Вот у вас прекрасный костюм, тоже сами? Это огромное спасибо нашему районному исполнительному комитету, который оказал огромную поддержку в приобретении вот этих костюмов. Помимо этих костюмов у нас также есть... Много разных других костюмов, то бишь... То есть сюда вы привезли малую часть, конечно, того, что имеется у Графского, да, театра. Ну вот прекрасные образцы, здорово. Несколько лет назад у нас был опыт поездки в Калининград на международный фестиваль. И я тоже имела честь вот вместе с Графским театром туда поехать. И у нас был очень большой страх, что когда мы увидим вот эту настоящую сцену, когда мы увидим судей, там были представители московских театров, очень именитых, что мы потеряемся... И где-то вот маленький сельский театр будет иметь совсем нехорошее лицо. Но когда мы вышли на сцену, актеры забыли про все на свете, и они просто начали жить. И, вы знаете, вот тоже с большой честью хочу сказать, что мы привезли оттуда очень много наград. У нас лучшая женская роль. Ольга Ивановна как раз-таки ее и исполняла. Это наша самая, как мы ее называем, народная артистка. Знаете, я не могу не поаплодировать. Лучшие костюмы. Тогда мы заняли тоже приз на лучшие, да, костюмы. Поэтому я думаю, что если человек живет этим, если он играет душой, то здесь на самом деле не важно, какие это подмостки, какая сцена, какой зритель. И не важно, есть ли образование. Совершенно верно, да. Вот. Скажите, пожалуйста, Ольга, но ведь нужно еще ощутить дух той эпохи, дух галантного века, правда? Это же нужно знать и владеть манерами тех времен, и правила этикета соблюдать. Это же не так-то просто все это выучить. Вы знаете, просто. Просто. Дело в том, что когда вот в текст идет репетиция, знакомимся с текстом, с пьесой, но это обязывает нас вникнуть быстро и, так скажем, правильно. Но когда мы уже одеваем вот эти прекрасные костюмы, тут никуда не денешься. Тут появляется осанка, тут появляется другой даже взгляд. Игра веерами, здесь кринолины, шляпки. Ну что еще? Ну, меняется прекрасная дама. Вы знаете, я очень хочу попросить, вот у меня нет актерского опыта, но мне очень хотелось бы прямо сейчас, прямо здесь окунуться в эпоху, в прошлую эпоху, 18-19 век. Виктор, вы мне поможете? Конечно, конечно, с удовольствием. Я бы хотела начать с того, что всегда было актуальным уважение и поклонение прекрасной даме. Она не, да, меняется, прекрасная дама. В правой руке у прекрасной дамы веер. Да. Левой рукой она обязана немножко приподнять свое красивейшее платьице. Длинное. Да, представим, длинное, что в длинном платье. Чтоб никаких неприятностей. Ну, а в это время я могу кавалер... смотреть на Виктора или можете, нет, или потухи взор? Вы можете делать все, что угодно. Вот ограничения в своих действиях у мужчины здесь. Так, вот. Мужчина, я делаю несколько шагов. Мужчина на полшага сзади из-за того, чтобы, если, не дай бог, какая непредвиденная обстановочка, помочь, поддержать. Когда мне даме... нужно как-то приседать, нет? Не обязательно совершенно. Я веду себя так, как я очень хочу. Я капризная, достойно, да? Достойно, вы можете быть капризной, позволено все. Это галантный век. Слушайте, я хочу в тот век, хотя бы на минуточку. Почему? Мы здесь его сделаем, здесь научим всех. Скажите про взгляд. Взгляд, да. Взгляд может быть томным, капризным,
изучающим. Ну, влюбленность тут, наверное, не допустит, она не покажет своей влюбленности. А вот я прилично себя веду вообще по отношению к Виктору? Ну что вы, прилично. Все хорошо, это важно. А мужчина должен предупреждать каждое не только движение, о движении не говорим, даже взгляд. Виктор, я хотела бы занять свое место. Ну, основное в поведении женщины, когда она идет с мужчиной, это идти по левую сторону и молчать. То есть я иду по левую сторону и молчу? Да. Поняла. Конечно. Спасибо. Оказывается, говорить не нужно было много в те времена. Да. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, далее в нашей программе о важных делах, достижениях и хороших людях Чичерского района. О чичерской земле и ее жителях говорим мы этим добрым вечером. Дорогие друзья, я представляю гостей в студии. Юлия Басаргина, заместитель председателя Чичерского районного исполнительного комитета, и Алексей Сыкунов, директор филиала группа компании «Стицкевич». Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Юлия Сергеевна, с какими результатами подошел к юбилею области Чичерский район? Хочется сказать, наверное, даже с особой гордостью, что практически со всеми поставленными задачами Чичерский район в 2017 году справился. И сделал себе неплохой задел на предстоящий 2018 год. В частности, в области строительства. У нас практически все подготовлено к тому, чтобы началось строительство целых 3 домов в городе Чичерске. Для нас это достаточно большая цифра. Это многоквартирные дома, многоквартирные дома, 40-квартирные дома, 16-квартирные и другие. Выполнен проект, и я думаю, что все сложится для нашего района позитивно. И начнется большое строительство фермы в нашем очень крепком сельхозпредприятий «Отор». Будем надеяться, что в ближайшее время у нас появится новая молочно-товарная ферма на 440 голов. А это, соответственно, и новые рабочие места, и новые показатели. И также хочется отметить, что в 2017 году мы на вновь созданные рабочие места приняли 66 человек. Тоже для нашего района это, конечно, очень существенно. И мы будем работать над тем, чтобы и в последующем у нас тоже создавались новые рабочие места, новые предприятия, в том числе и частные. Замечательно, спасибо. Ну вот сегодня у нас в студии руководитель одного из предприятий Алексей Сыкунов. Алексей, не так давно прочитал в газете, что на предприятии по изготовлению спецодежды нового поколения вместе со швеями трудятся сварщики. Что они там делают? Расскажите. Значит, сварщики у нас сидят и работают за высокочастотными сварочными установками. На этих сварочных установках они производят влагозащитную одежду. Можем пройти, посмотреть, какого плана эта одежда. Да, конечно, конечно, конечно. Вот. Так. Они производят вот такую защитную одежду. В этой одежде можно выходить, это один образец, можно выходить под дождь. Так она, это плащик такой, это плащ, да? Да. Это плащ, да. Мы можем по заявке заказчика сделать как комбинезоны, так штаны, куртки удлиненные, укороченные, любого образца, которое нужно для заказчика. Если мы внимательно будем рассматривать этот образец, то ни одного шва мы не увидим. Нет, как швы, такового. Швы мы увидим только там, где вода не может попасть на человека. А, все-таки то есть, швы есть. Да, вот у нас здесь планка, она прострочена. Все остальные швы, как капюшон, они проклеены высокой сваркой. Вот это высокой сварщики и делают. Да, вот это сварщики делают. Для удобства человека, который будет носить данный плащ, либо куртку, чтобы не терло ему шею, мы окантовываем шов, чтобы нигде ничего не натирал. Вот этот шов. Прекрасно. Алексей, сколько можно по дождю в таком костюме ходить и не промокнуть? Да я думаю, что можно сутки-двое. А, то есть совсем не промокает? Он вообще не промокает. Эта ткань абсолютно... Это ПВХ, поливинилхлорид. Очень... Ну, это светоотражающие полосы. Качественная вещь. Можно даже и в ночное время передвигаться в нем. Да. Алексей, но только ли вот такую умную, уникальную одежду шьет предприятие? Можно... У нас еще делают вот такие костюмы. Можно... Но это уже обычная ткань? Да, это обычная, это ткань обычная. Можно необычную ткань. Какую закажет заказчик, такую с такой мы будем и делать. Угу.
Ну, такие достаточно модные, современные модели. Это костюмчик и удобные, с полукомбезом. Множество карманов. Да. И опять же, световозвращающие элементы. Это везде оно должно быть по требованию. Спасибо. Что ж, вот, кстати, такой плащик неплохо было бы приобрести нам сейчас на нашу эту зиму, да? Точно. Вот, дождливую. Очень было бы неплохо. Все шубы наши остались бы в целости и сохранности. Его можно надевать даже на шубу. А, ну да, да, размеры, собственно, имеются. Алексей, сколько рабочих мест было создано с момента открытия чечерского филиала? При открытии чечерского филиала у нас первоначально было создано 12 рабочих мест. Мы открывались на бывшей фабрике художественных изделий. Было у нас условие, что те люди, которые работали на фабрике художественных изделий, они обязаны были, мы их обязаны были трудоустроить. Да. Те, кто захотели трудоустроиться, мы всех трудоустроили. Ну, из знаете 12... ли, вот фабрика художественных изделий — это такая тонкая работа, а здесь более серьезно, практично все. Да, но мы всех людей, которых мы приняли к себе, мы сами их переучивали. На сегодняшний день численность предприятия составляет 54 человека. А расширяться планируете? Конечно, планируем расширяться. Мы тесно сотрудничаем что с нашим лицеем в городе Чечерске, что с лицеями и учебными заведениями города Гомеля. То есть к вам по распределению могут приезжать молодые специалисты? Также мы подыскиваем работников в своем городе, переучиваем. У нас очень много продавцов работает. Мы их переучили под швей и работают нормально. Это как и педагоги, уникальные люди, они могут выполнять любую работу. Да. Алексей, скажите, пожалуйста, а вот для медицинского персонала шьете одежду? Для медицинского персонала у нас есть отдельная коллекция, которая называется «Санторини». Там есть все разновидности медицинской одежды, включая от хирурга и заканчивая санитаркой. Спасибо, спасибо. Елена Сергеевна, ну вот развитие медицины в районе, который пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС, это, конечно же, вопрос актуальный. Насколько я знаю, в Чечерском районе его удается хорошо решать. Конечно, да. Это такая больной вопрос. Мы действительно являемся районом, который наиболее пострадал в Гомельской области от последствий катастрофы. Но я хочу сказать, что именно, как говорится, нет худа без добра, и, наверное, именно эта причина позволила нам особым трепетом относиться к теме медицины и развивать это направление. Ранняя диагностика, диспансеризация. И в итоге это позволило достичь того, что наши показатели, они далеко не на последних позициях. А есть ряд показателей, по которым мы даже являемся лидерами. И, конечно же, очень отрадно, что и Гомельский областной исполнительный комитет нас всячески поддерживает. В этом году у нас закончилась реконструкция нашей поликлиники. В 2017 году закончилась реконструкция поликлиники. Сегодня это современное здание, которое отвечает совершенно всем последним требованиям, в котором имеется огромное количество новой современной техники. И хочется сказать, что мы не только ждем бюджетных средств, пытаемся искать для того, чтобы совершенствовать наше оборудование и какие-то внебюджетные резервы. И вот в частности тоже можем похвастаться тем, что в прошлом году мы выиграли японский проект КОР. За счет этих японских денег была приобретена машина скорой помощи. Была такая необходимость. За счет этих средств была приобретена лапароскопическая стойка. И теперь у нас есть намерение делать лапароскопические операции. Уже прошли обучение наши хирурги. И сделать такой региональный центр, которым будут лечиться не только наши жители, но и жители соседних районов. Ну, это Кормянский, Будокошелевский. Да, совершенно наверняка. Верно. Юлия, а вот давно ли у центральной районной больницы появилась своя уникальная символика? Когда на завершающем этапе была уже реконструкция больницы, все с таким воодушевлением, долго, к сожалению, шел наш ремонт, с таким воодушевлением ждали финала. И когда встал вопрос о том, что нужно изготавливать стенды, нужно изготавливать какую-то наглядность, руководство больницы решило по-особенному как-то украсить эту наглядность. Вот и тогда родилась мысль у администрации больницы создать свою эмблему, которую вы сейчас и видите. Да. Хочу обратить ваше внимание, что здесь используется не только символика медицины, но и некоторые элементы используются нашего герба чечерского. Замечательно, спасибо. Юлия, скажите, а вот много ли школьников и воспитанников детских садов в Чечерском районе? Ну, если назвать точную цифру, то это школьников порядка 1800, дошкольников 620.
Ну, где-то так. Ну, достаточно много, наверное, как вы всегда добавляете, ну, хотелось для своего района. Хотелось бы, да, еще больше. Я думаю, что мы будем работать на перспективу, чтобы было еще больше. Но пока так. Ну, вы знаете, школы и детские сады в Чичерском районе очень достойные. Мне приходилось бывать, и я неоднократно видела и отмечала этот факт. Прямо сейчас я хочу пригласить в студию Светлану Васильевну Корхову, директора яслей сада средней школы деревни Ровковичи Чичерского района, и ученицу школы Валерию Энис. Добрый вечер. Добрый вечер. Светлана, вы как директор учебного заведения часто испытываете гордость, радость, подъем? Гордость школы – это ее учителя и ученики. И я как руководитель учреждения образования имею возможность очень часто радоваться успехам наших учителей и учеников, и гордиться ими. Ведь в нашем учреждении образования дети не только осваивают знания в стенах школы, они также растут активными и творческими людьми. В 2017 году нас порадовали наши выпускники. Двое из них по завершении обучения на уровне общего среднего образования получили золотые медали. Особый предмет гордости – это результаты централизованного тестирования. Вот поподробнее об этом, кстати, и, да. Да, я очень гордо могу сказать, что наше учреждение образования в рейтинге учреждения образования района первое, а наш район среди области также лидирует. Да, мы тоже на первом месте. Спасибо. Знаете, очень почетно, конечно, когда учреждения гимназического типа такие высокие, в рейтингах побеждают таких высоких, но когда это сельская школа, то это, конечно, особенно почетно. А давайте спросим у Валерии. Валерия, ты в каком классе учишься? В 10-м. А, то есть у тебя еще в следующем году будет выпускной класс. Да. Но к тестированию уже готовишься? Естественно, упорно. Ты знаешь, что вот о тебе мне рассказали как о человеке, у которого очень разные интересы. Ты и научно-практической деятельностью занимаешься, ты поешь, ты танцуешь, ты учишься хорошо. Скажи, пожалуйста, это вот просто потому, что ты еще не определилась, что тебе в жизни надо? Или это ты такой разносторонний человек? Просто, наверное, я разносторонний человек. Мне нравится заниматься любимым делом. Я и танцую, и пою, ну и просто активный человек. Я не могу сидеть на месте. Скажи, пожалуйста, это ты одна такая талантливая вот в своей школе? Или таких ребят много? Нет, я не одна такая. Таких ребят много. Ну вот ты знаешь, многие, наверное, горожане, посмотрев программу, скажут, что ну а какие возможности у детей из сельских школ? Так вот, ответь им. Ну, конечно, нету таких возможностей, как и в городе, но в деревне тоже есть свои плюсы. Очень красивые кабинеты, обустроено, есть все, что нужно. Очень красиво у нас возле школы, то есть во дворе. У нас прекрасная столовая, актовый зал, спортзалы, даже есть музейная комната. Я так понимаю, что ученики школы сами себе завидуют. Прекрасно. Ну, я не могу просто не спросить. Вот фрагмент какой песни ты нам сегодня исполнишь? Ну, потому что человек, который и учится хорошо, и научной деятельностью занимается, и в спортзал ходит, еще и поет. Родный мой город. Пожалуйста. Родный мой город, любовь моя, казка каханья чарунная. Ты, кали ласка, чакай мяне, с кожной дороги со шляху растай нога. Благодарю, Валерия, но это же песня. С этой песней ты выступала на конкурсе? Да, с этой. Я здесь хотела бы сказать о том дипломе, который она получила в 2017 году, уже в этом учебном году. Скромница это... Валерия, да, сама, да, не назвала. Да, она скромница. Это диплом на областной учебно-практической конференции «Поиск». Наша Валерия совместно с учителем подготовили работу по немецкому языку и удостоены диплома третьей степени. Это очень хороший результат. Достойно аплодисментов. Светлана Васильевна, да, а вот на ваш взгляд, что есть хорошая школа? Хорошая школа? На мой взгляд, это та школа, в которую с радостью идут дети. А родители уверены, что в этой школе они получат качественное образование. Еще я так думаю, что хорошая школа – это та школа, в которой создан
благоприятная психологическая обстановка и для детей, и для работников, где царит атмосфера понимания, поддержки и доброжелательности. Спасибо. Юлия Сергеевна, много ли таких школ в Чичерском районе? Ну, конечно, каждая школа уникальна по-своему. Ровковичская школа, она, наверное, особенно... Ровковичскую школу хочется отметить особенно по той причине, что она абсолютно не уступает по своему комфорту городской школе, некоторым городским школам. В любое время, когда вы приедете туда, вы окунетесь в такую, действительно, как совершенно правильно сказала Валерия, что это уютные кабинеты, красивые, модернизированные, с хорошим оборудованием, поэтому... Ну, это, конечно, дорогого стоит. Но таких школ на самом деле... Но это же не единственная. Да, такая школа, конечно, не единственная. Очень славится наша Залесская школа, которая сделана по уникальному проекту. В Беларуси, по-моему, насколько я знаю, даже таких проектов и нет. Интересная... Ну, наверное, каждая сельская школа по-своему интересна. Каждой можно рассказывать очень-очень долго. И наверняка работают профессиональные талантливые учителя и выходят из стен школы. Прекрасная... Граждане нашей страны, талантливые ученики. Вы знаете, это действительно, мы долго шли к первому месту по централизованному тестированию, а это такой достаточно значимый показатель. В позапрошлом году у нас было 9-е рейтинговое место среди районов Гомельской области, в прошлом году мы были 4-й, и в этом году, когда мы стали первыми, ну, я думаю, что это очень воодушевило педагогов. Будем надеяться, что мы удержим этот результат, потому что достичь это дорогого стоит, но удержать его это еще сложнее. Ну, а, конечно, только хорошие слова я могу сказать о педагогическом коллективе нашего Чичерского района, потому что они большие молодцы, они умеют не только учить, они умеют воспитывать настоящих людей, а это не менее значимо. Юлия Сергеевна, а вот на спортсменов богат ли ваш район? И на спортсменов наш район точно тоже так же наша богат. Школа тоже. Да, да, да. Да, и Ровковичская да. школа в Буквально том числе. Буквально несколько месяцев назад наша девочка, ученица 8 класса, на первенстве Республики Беларусь поднялась на пьедестал успеха. Она заняла 3-ю позицию, и мы радовались все вместе учреждению образования за ее успехи. В каком виде спорта? Борьба. Борьба. Да. Вот Борьба. Так. Спасибо. Ну что ж, о том, спешит ли молодежь Чичерского района в спортивные залы и оздоровительные центры, я хочу спросить у Виталия Загрышева, заместителя директора спортивно-оздоровительного комплекса «БРИЗ». Он сегодня... В зале. Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер. Виталий, скажите, пожалуйста, ну, спешит ли молодежь и давно ли был открыт оздоровительный центр? Значит, физкультурно-оздоровительный центр был открыт в сентябре месяце, в начале этого года. Значит, на базе уже физкультурно-оздоровительного центра создан и проводится всеобуч по плаванию, в который вовлечены учащиеся начальных классов всего района. То есть теперь вы будете растить не только борцов, но еще и пловцов. Совершенно верно. У нас уже открыты секции по плаванию от детско-юношеской спортивной школы. Вот, значит, 1 час физкультуры то же самое вынесен, как урок плавания, и он проводится именно в нашем физкультурно-оздоровительном комплексе. Вот, значит, заключены в вечернее время, мы оказываем платные услуги, заключены договора с 10 предприятиями нашего района. Народ с удовольствием, все жители с удовольствием посещают наш центр. Ну, в таком вот... То есть очень даже активно. Кроме того, во всех учреждениях образования, как города, так и района, спортивные залы работают до 8 часов вечера, они открыты. Почему мы добиваемся вот таких результатов? Детско-юношеская спортивная школа работает, открывает филиалы на базе как сельских школ, так и городских школ. То есть мы ведем активную спортивную деятельность. У нас проводятся чемпионаты района по волейболу, по мини-футболу, по борьбе проводим турниры. Проводим велопробеги, проводим легкоатлетические кроссы. Ну, то есть спортивные, да. И добиваемся ну, вот хороших все-таки результатов. Я хочу к бассейну вернуться и спросить, а есть возможность у жителей сельских населенных пунктов поплавать? Не организуется ли подвоз? Совершенно верно. Отдел образования организовал подвоз по субботам. Учащиеся всех школ района подвозятся по субботам. Также к нам приезжают учащиеся Будокошелевского,
жителей Кармянского района, с ними тоже согласовали это все. Вот, ну а жители деревень, естественно, приезжают уже сами. Спасибо вам большое, Виталий. Растите чемпионов. Стараемся. Я, дорогие друзья, вижу в зрительном зале талантливых педагогов, которые обучают детей вокалу. Это супруги Татьяна и Николай Осадчи, руководители образцовой вокально-эстрадной студии «Дети солнца», которая, кстати, открывала нашу сегодняшнюю программу. Скажите, пожалуйста, в какой манере работает коллектив? Кто? Татьяна? Добрый вечер. Да. Наш коллектив работает в таком направлении музыкального искусства, как эстрадный вокал. Это только эстрадный вокал? Эстрадный вокал, да. В современном мире данное направление очень широко развивается, и песня для детей становится кумиром и возможностью самовыражения. Ну и дети очень стремятся, наверное, попробовать себя, да, в роли эстрадных звезд, скажем так. Конечно, пусть и Чичевского района. Конечно, да, все хотят области. На сцену, микрофон в руки. Да, Татьяна, ну такие достойные костюмы, такое достойное исполнение. Девчонки спасибо. Настолько артистичные, очень приятно смотреть. Спасибо большое. Ну, к слову сказать, костюмы я шью сама. Образы мы с детьми подбираем сами, тоже в зависимости это от... совместная работа. Мы полностью все с детьми обсуждаем. Постановку номера, какие будут у нас костюмы, прически, весь образ, который будет соответствовать данному номеру. Николай, у меня вопрос. В чем участвуете вы? Ну, я являюсь аккомпаниатором и звукорежиссером, поэтому моя задача — это аранжировки, в первую очередь, вокальные, инструментальные, чтобы это, да, современное выглядело, это, ну, на гребне волны таком теперешнем, чтобы нравилось всем и зрителям, и детям, и нам. То есть мы чувствуем какую-то свободу вот от той деятельности, которую мы делаем, и большая часть, что Татьяна шьет, а я пишу вот эти все аранжировки, нам это очень помогает. Конечно. Скажите, у вас только девочки в коллективе? Или есть и мальчишки? На данный момент, да, пока только девочки. Ну, подтягивайте мальчиков, конечно, конечно. А сколько человек в коллективе? Сейчас у нас занимается 22 человека в возрасте от 6 до 17 лет. Они занимаются в трех возрастных группах, младшая, средняя и старшая. Но также мы практикуем, они не только вот своими группами, да, конкретно занимаются, но также мы практикуем еще совместные занятия для постановки общих номеров. И малышей это подстегивает к дальнейшему развитию. Они учатся, да, они очень горды тем, что они занимаются, делают какие-то номера с более опытными уже участниками нашего коллектива. Скажите, ближайшие перспективы, возможно, какие-то конкурсы? Ну, конечно, как у любого коллектива творческого, есть перспективы и амбиции творческие, и мы в том числе также хотим... Ну, мы работаем очень много и участвуем в различных мероприятиях и разного характера. И это и областные, и республиканские. И мы готовимся и к конкурсам, участвуем. Это и наши областные конкурсы, и республиканские. У нас есть награды и международных конкурсов, и, значит, наших белорусских. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом, и только вперед и вперед. Поэтому и дети, и мы будем рады занимать места. А так у нас много почетных мест, и это «Мелодия вечности», конкурс, который проходил международный на Украине. Это, в общем, очень много дипломов. Ну что ж, я в свою очередь желаю вам, как вы хотите, только движение вперед. Пусть «Дети солнца» радуют не только Чичерский район и Гомельскую область, пусть движутся вперед по Беларуси, по странам Европы. Почему нет? Спасибо огромное. Дорогие друзья, далее в программе мы продолжим открывать секреты Чичерского района. Поверьте, поводов для удивления достаточно. Осторожные рухи
За ваши далеко не кошны твои таемные знаки. Но рад тех, кто сразумее, але коли заходить над городом желтая полня, ты мошки выходишь с дому, ты распочинаешь танец, танцуй, ошалелая котка, танцуй на пылающем даху, танцуй, каб никто не заважил, мне болю твоего не страху, краной необачные струны, малюй на руинах руны, покуль минать находи, зменяючи троны на труны. И ветер развея попел, ты будешь сама стивляться своим ночным вспоминам, ты будешь зализывать раны, шукать нагоды вернуться, каб знов над желтою полней почать свой дробежный танец, танцуй, ошалелая котка, танцуй на плачем даху, танцуй, каб никто не заважил, ни болю твоего, ни страху, краной необачные струны, малюй на руинах руны, покуль минает стагоди, зменяючи троны на труны. Друзья, вот таким теплым исполнением продолжили мы программу о чечерской земле и ее жителях. У нас в гостях, напоминаю, Юлия Басаргина, заместитель председателя Чечерского районного исполнительного комитета, Полина Острикова, солистка вокально-инструментального ансамбля «Чечерская лютня», и Алексей Кулеш, гитарист. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот музыка, исполнение – это ваша профессия или это хобби? Ну, мы стараемся, чтобы это было нашей профессией. Чечерская лютня – это не только мы двое, это коллектив. Ну, это вокально-инструментальный ансамбль, да? Да, это целый ансамбль, и мы, все участники этого ансамбля имеют образование, музыкальное образование. Вот такие звезды обучаются в колледже Соколовского, выходцы из Чечерска. Угу. Вот, мы этим очень гордимся и стараемся, чтобы музыка, музицирование стало нашей профессией и была этой и профессией. Достойного уровня. Конечно, была, да? Конечно. Скажите, пожалуйста, сколько лет существует коллектив? Мы музыканты, читать мы не умеем. Вот. Но в 2009 году положено было начало этого коллектива. 18, значит, почти 9. Ну, прилично, да. Но мы коллектив. В коллективе меняются люди, меняются кадры, меняется время. Много чего меняется. И сложно также посчитать, с какого момента чечерская лютня стала лютней. Вот. Ну, вот как бы так. А один из самых, наверное, значимых событий в нашей жизни – это было получение звания народного. Да, это давно Кстати, было? Это было в 2015 году, насколько угу. я помню. И все это началось также вот с Юлии Сергеевны. Вот, она помогла нам найти замечательного руководителя. Сегодня он не с нами в этой студии. Вот, но
под его руководством чутким мы достигли вот таких вот результатов. Но боевое крещение международным конкурсом вы уже прошли. Расскажите, кого же удалось перепеть и покорить своим искусством? Ну, и ожидали ли вы такого результата? Вот. Ну, Полина улыбается. Да, это... Мы съездили на фестиваль белорусской культуры в городе Бельск-Подляжский. Вот. Это был 19-й фестиваль, который назывался «Бардовская осень». Вот тут на столе у нас есть... Это дипломы? Дипломы. Да, здесь какое-то количество дипломов. И сверху вот наша, как мы ее называем, семка. Вот. Эмблема, семечка, гран-при. Да. Это был фестиваль бардовский белорусской культуры в Польше. Вот. Мы туда поехали просто, чтобы принять там участие. У нас появилась такая возможность, мы собрались силами, долго решали, не было возможности у нас взять весь коллектив, поэтому коллектив выделил из себя дуэт. Поехали дуэтом. Делегировал, да, нам дуэт. Вот. И мы приняли там участие, нас очень здорово приняли. С кем на одной сцене выступали, скажите, какие коллективы? Какие коллективы? Всем известно, что от Беларуси на Евровидении выступала группа Navi Band. Не знаю, всем ли известно, но именно с этого фестиваля Navi Band и начала свой творческий путь. Угу. И гран-при было для нас это выступление на одной сцене с Navi Band в итоге. Ну, это было, конечно, восторг был, это правда? Был, да. То есть я могу идти по Чечерску и спрашивать, вот вы стояли на одной сцене с Navi Band? Я так понимаю, Полина, что ваша следующая цель – это отбор на Евровидение. Я не уверена, что это моя цель, но я буду к этому идти. И надеюсь, ребята мне помогут в этом. Ну, конечно, вокальная, инструментальная, и мне всегда помогают, и мы друг у друга многому учимся. Абсолютно. Полиночка, вот вы играете тоже на некоторых музыкальных инструментах. Я вижу здесь флейту, это ваш музыкальный инструмент. Еще вот интересный инструмент вы держите в руках, это казу. Казу. Так, что это за инструмент? Ну, это явно не белорусский. Это не белорусский, многие бы, наверное, даже сказали, что это народный американский инструмент, но на самом деле казу берет свои корни еще из Африки. А в Америке оно появилось только в 19 веке, и там оно приобрело такой вот вид субмарины, который мы сегодня видим. Прекрасно. Да. Как будто несколько музыкальных инструментов, правда? Как саксофон. Да. Да, абсолютно. Мы не разрешаем ей долго играть на казу, потому что она способна вызвать дождь этой штукой. Так, а дождь нам совсем сейчас не нужен. Это вот жарким летом, да? То есть, Юлия Сергеевна, если у аграриев Чечерского района есть проблемы, будут какие-то проблемы, идете к Полине, ну, как минимум, вокально-инструментальный ансамбль «Чечерская лютня», вызываете дождь, и все в порядке. Я еще хочу спросить, конечно же, про эти прекрасные диски, которые лежат на столе. Вот один, смотрю, «Чечерская лютня». И, кстати, явно чечерские пейзажи просматриваются. Да, а здесь уже звучала история о графе Чернышове. Внутри этого диска есть благодарность ему за этот парк. На самом деле человек стоит в бывшей мандариновой роще. Ее уже нет, это высокий берег, и вот человек смотрит в сторону Рогачева. Это вот то прекрасное место, где сейчас вековые липы? Это парк, да? Это парк. Это парк, но это не совсем это, то это, самое место. Да, это, но это где-то, тот парк. Где-то, но где-то тот недалеко, парк, да. Где-то да. Недалеко. Да. Спасибо, ребята, это было очень интересно. Юлия Сергеевна, вот какова возможность сегодня приобщиться к культуре у жителей, ну, скажем так, отдаленных от чечерской деревень? Ну, я хочу сказать, что у нас, может быть, конечно, это будет не совсем скромно, но вот чисто мое субъективное мнение, что культура в Чечерском районе достаточно развита. У нас 9 народных коллективов, один коллектив со званием «Заслуженный». И у всех желающих, в том числе эти коллективы функционируют, осуществляют свою деятельность и на селе, у всех желающих есть возможность прийти и поработать абсолютно в любом стиле. Будь то фольклор, будь то эстрада, будь то какие-то другие направления. Больше того, как, собственно, и появился когда-то в свое время коллектив,
коллектив «Чечерская лютня». Если есть такие энтузиасты, которые вот хотят продвигать свою музыку, ведь «Чечерская лютня» — коллектив, который, ну, не имеет аналогов, по крайней мере, в Чечерском районе. Но пришел руководитель, который, к сожалению, сейчас не живет в Чечерском районе, Николай Кривко, и сказал: «Вот я хочу». И мы постарались со своей стороны дать ему все возможности, чтобы себя реализовать. И вот видите, уже сегодня мы гордимся тем, что они завоевывают гран-при на международных фестивалях. Да, очень, кстати, приятно было слышать вот эти слова благодарности прямо в эфире. В тот период я как раз занимала должность начальника отдела культуры, поэтому, наверное, ну, спасибо, что мне тоже, конечно, было очень приятно это услышать. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот что бы вы пожелали, все вы, молодым исполнителям, которые совершенствуют свое мастерство на сценах сельских клубов и городских домов культуры? Ну, прежде всего, не останавливаться. Никогда не останавливаться. Для нас вот эти два диска, которые лежат сейчас на столе, они сделаны исключительно в городе, не выезжая из города. Это все было сделано нашими вот чеченскими силами. Это возможно. То есть это для нас показатель того, что возможно и так. Так что не останавливайтесь. Спасибо, Юлия Сергеевна. Ну, я, конечно, пожелаю творческих успехов, безусловно. И дерзать, дерзать, и еще раз дерзать. Если у вас появляются самые креативные мысли, не молчите о них, не бойтесь, да, говорите о них. А мы со своей стороны, со стороны районного исполнительного комитета, окажем абсолютно все силы для того, чтобы эта идея получила реализацию, насколько это возможно. Кстати, именно к сельским жителям выезжают сотрудники Чечерск киновидеосети. Так часто, как этого хотят сами жители деревень. Сегодня у нас в зале присутствует Сергей Мельников, директор Чечерск киновидеосеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей, скажите, пожалуйста, вот мне кажется, что сегодня привлечь в кинотеатры зрителя достаточно сложно, потому что у каждого есть хороший телевизор, и даже не один. Возможно, есть там чудодейственные антенны, которые, с помощью которых можно посмотреть любые передачи. Есть компьютеры, а у вас народ в кинотеатры ходит. Причем ходит так, что результаты показывают хорошие, да? Статистика прекрасная. Да, добиться положительных результатов нашей работы нам удалось благодаря тому, что мы развиваем свою деятельность и свой кинотеатр как центр досуга, своего рода гипермаркет услуг. Благодаря... То есть там не только кино посмотреть можно? Конечно. У нас широкий спектр услуг, от общепита, заканчивая фотоуслугами. Это является своего рода драйверами роста и... кино в целом. Пришел фильм, посмотрел, сфотографировался, да. Чашку кофе выпил, да, поговорил с друзьями и потанцевал еще на дискотеке. Да, благодаря инициативе коллектива и поддержке районных областных властей нам удается развивать, продвигать новые виды услуг. Но если говорить про кино, то сейчас на этой неделе у нас идет премьерный показ белорусского фильма «Тун по бедум». На сегодняшний день его уже посмотрело порядка 650 человек. Также мы работаем на селе активно. Кстати, куда вы езжаете и пользуетесь ли спросом там, на селе? Да, мы выезжаем в 12 населенных пунктов нашего района. И, конечно, зритель там благодарный, ну, при условии того, что мы везем качественный контент, но мы еще используем и комплексное обслуживание. Скажите, пожалуйста, но вы же тоже на месте стоять не хотите, вы же хотите двигаться вперед, и есть ли какие-то перспективы? Перспективы есть, планов очень много. Мы будем развивать все те виды деятельности, которые на сегодняшний день существуют. Будем вводить дополнительно. Сейчас мы работаем над детской комнатой, где будут небольшие аттракционы для детей, будут, ну, различные игровые автоматы. Но главной нашей целью на этот год, ну, может быть, и на следующий, это, конечно, оцифровка нашего кинотеатра, чтобы наш зритель мог смотреть премьерные фильмы как в городе. Как жители областного центра, да? Как, да, жители областного центра и многих уже оцифрованных кинотеатров нашей области. Я думаю, что в этом, ну, максимум в следующем году мы это такую возможность получится дадим нашим жителям. Сергей Мельников, спасибо большое. Спасибо вам.
От зернышка до колоса, от колоса до каравая. О пути самого главного продукта к нашему столу рассказывает музей хлеба. Есть, оказывается, такой в агрогородке Ботвиново Чичерского района. А в агрогородке Залесье на базе Залесского киноконцертного центра действует музей яйца. Именно сейчас я приглашаю в студию хозяйку музея, заведующую Залесским киноконцертным центром Наталью Викторовну Лукомскую. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. Какие экспонаты, вот кроме этих, хранятся в музее? Или только такие? Только яйцо? Нет, наш музей очень молодой. В этом году исполнится ему 3 года в апреле на пасхальный фестиваль. Экспонаты там есть штучные, это то есть яйца, в разных, декорированы разными элементами, украшены лентами, пайетками и так далее. Но есть очень много композиций. Дело в том, что наш музей собран не только нашими руками, но и всем районом. Это школы, дома культуры, даже просто семьи, просто дети, и, наверное, просто любой взрослые. Мастер, да, который исполнил. Абсолютно. Вот. У нас более, чуть-чуть более 100 видов наименований именно в музее экспонатов. Конечно же, ну, если ты работаешь с душой, тем более это накануне Великого дня, настроение хорошее, хочется очиститься душой, все свои идеи можно воплотить. И это же красиво. Конечно, то, что красиво, дает настроение хорошее. Абсолютно точно. Здесь в разной технике выполнены. Вот это... Это основа папье-маше – это так. Тот материал, с которым работать очень легко. И бумага, на него, да? Внутри вот это... бумага, а сверху любой каприз. Как эта техника называется? Это то, что это квиллинг. Квиллинг, да? Ну, здесь частично квиллинг, также вы видите ленты. Вот это вот, что роспись. Я называю современная писанка. Так. Та, что рисуется, как бы раньше писали воском. Сейчас так. Пишут красками. Это то самые ленты. Вот ленты, просто... бисер. Да, бисер различный. Так. Есть, вот видите, пайетки. А вот эти вот интересные образцы, экземпляры? Конечно вот здесь... же, на Великдень хочется, чтобы был в доме как бы лик святой. Ну и из наклеек делают такие красивые лики. Как подарок, как сувенир, это смотрится шикарно. А вот такое яйцо, это смотрите. Шедевр, один из самых первых, которому шедевр. Уже точно 3 года. Так. Это из макарон. Макароны и окрашены. А кто бы сказал, что это макароны? Да никто не скажет. Так, и есть здесь из пайеток яйцо. Вот есть такое пайеток. В корзиночке. Также можно купить за... Заготовки отдельно – это пенопластовые. Пенопластовые, они легко обрабатываются пайетками, тоже различным материалом. Хочется. Да, конечно же, фантазию можно развивать. Бесконечно. Наталья, ну вот я знаю, что есть в музее яйцо, которое исполняет желание. Это правда или выдумка? Это правда, ему тоже 3 года. Вернее, вы с собой взяли? Конечно. Чудодейственное же. Это яйцо так. Же, вы не представляете, сколько на нем желаний. И к нам приезжают по 2, по 3 раза на экскурсию в наш музей, потому что музей постоянно обновляется, и говорят, что исполняется. То есть люди идут так, еще покажите, за желанием. Вот это наша одна есть, из изюминок. Вот это нужно яйцо, всего лишь так. Подержаться так, и просто показать. Совершенно официально заявить, что мое желание, которое загадала при открытии нашего музея, сбылось. Так что загадывайте, Елена. Ну что ж, нужно подержаться и загадать подержаться желание вслух и или никому не говорить? Ну, желательно никому, но, конечно, желания должны быть без плохих помыслов. Нет, нет, мы самое, хотим, что чтобы миллион мудрый. Просмотров получила программа о Чичерском районе. Я думаю, что это будет. Сбудется. Так, и вот этот еще интересный экземпляр. Это уже новые экспонаты, конечно же, из разных материалов основа. Я, кстати, хочу показать, здесь есть крапанка, старинная роспись. Угу. Только раньше рисовали и писали воском, сейчас это уже современный, конечно, можно я современный подержу? Этап. И вот возьмите, пожалуйста, вот это, ну, как бы тоже писанка. Крапанка, то есть капается воск на яйцо. Ну, в этом варианте капается краска. Так. Это писанка, то, что пишется. В левой руке писанка, да. В правой пишется, руке то есть крапанка. Рисуется. Угу. Еще и старинный способ – это драпанка. Ну, конечно же, на искусственных яйцах это некрасиво и неправильно. На драпанке наносятся символичные узоры. То есть это рисунок силы, здоровья, мудрости, любви, детей и так далее. Угу. И это очень-очень древний вид росписи, и нужно рисовать
только на натуральных яйцах, окрашенных натуральными окрасителями. Луковая шелуха, там, кора дуба, ну и так далее. Травы мы всякие, стараемся да? это соблюдать. Когда к нам приезжают дети, это все понятно, это все видит интернет, это красиво. Но старинные способы, это необычно для молодежи. И это же наши традиции, их нужно сохранить. Конечно. Наталья, а вот самый ценный экспонат, какой бы вы выделили? Или у вас все ценные? Не скажу самый ценный, они абсолютно все, но у нас в прошлом году появилась еще одна изюминка. Как бы мы растем, развиваемся, и, конечно же, у нас идей много, мы хотим хоть частично, но воплотить. Раза в три больше яйца желания у нас появилось такое яйцо. Но это уже яйцо по желанию. То есть к нам приходят в музей, мы проводим экскурсии, все, и после они оставляют пожелания нам. Мы, как творческий коллектив, тоже хотим, чтобы нам что-то желали. Не только конечно, просили, безусловно. Но и нам желали. И у нас такая уже будет традиция, в этом году уже будет второй раз. Мы это за год исписанное яйцо пожеланиями, мы его заклеиваем, красим, и наверх пишут еще целый год, пишут опять пожелания. Желание. Это будет как бы своего рода... Знаете, как бутылка спасла... Да. Как бутылка с посланием следующим поколениям. Я бы вот сказала так. Еще может тоже. И так, вот уже там плохих пожеланий никто не пишет. Обычно приходят у нас все в восторге, очень хорошие пожелания, и это дает позитив, и настроение хорошее. Почитаешь, сразу все прекрасно. Жизнь самое далась. Главное, Наталья, не забывайте вести статистику. Исполняется ли пожелание посетителей? Приходят и говорят, что исполняются. Если идут второй, третий, говорят, мы и в следующем году придем. Конечно. Спасибо вам большое. И от одной мастерицы я хочу подойти к другой и спросить же, как у Светланы идут дела. Покажите, что получилось. Значит... Ох, какой сюжет у нас, какая у нас тут вышивка. Значит, здесь такая работа небольшая, значит, узор. Цветочки на салфетке. Я покажу. А также вот наши масленицы. А также я еще хотела сказать, значит, есть такой обычай масленицы. Значит, вот хозяюшки всегда пекут блины на масленичной неделе, ждут гостей. И раньше, в старину, для того, чтобы узнать, готова ли хозяйка встретить гостей? Вот эту масленицу ставили на окошко. И, проходя мимо гостей, видели, ага, стоит масленица, ждут нас в гости. Поэтому мы вас ждем. Вот туда на блины, да? Да, к нам на Чечерск, на нашу масленицу. Будем встречать с блинами. Спасибо большое, это прекрасное приглашение. Я думаю, что эти куколки мы раздадим в зрительный зал. Да? Обязательно. Ну, завершайте вашу работу. Спасибо, Светлана, спасибо. Юлия Сергеевна, ну и в финале программы не то чтобы итог хотелось подвести, хотелось бы спросить, вот какие объекты, кроме музея хлеба и музея яйца, ждут посетителей Чечерского района? Мы всегда старались, чтобы у нас у каждого учреждения, учреждения культуры, учреждения образования было свое лицо, была какая-то своя изюминка, свое какое-то направление работы. У нас есть совершенно уникальный центр ткачества в Бабичах. У нас есть совершенно уникальное событийное мероприятие фестиваль меда, который мы проводим на период Медового Спаса. Конечно, всем известны наши архитектурные объекты, ратуша, наша церковь, Спаса Преображенская, усадьба Чернышевых-Кругликовых и много-много других интересных мест. Поэтому мы всех приглашаем в Чечерский район. Уверяю вас, что вы не останетесь равнодушным после его посещения, и вы будете всегда с открытым сердцем приезжать сюда снова и снова. Спасибо большое. Ну, а я, в свою очередь, хочу поблагодарить всех участников программы за возможность узнать о Чечерской земле так много интересного. Всем жителям Гомельской области и Чечерского района счастья, радости и светлых дней.